Итак, люди добрые, всем здравия. Вот у нас миозит в плечевом суставе, да, мы его промаркировали сейчас, вот эти триггерные точки, да, йодом, чтобы было заметно. Вот, видно, я надеюсь вам, да? И будем сейчас ставить сюда иглы. Иглы 5-сантиметровые, вот через такую трубочку. Иголочки китайские. Просто продемонстрирую, как это делается. Вот, попадаем в эту точку. Вот она болевая, да? Раз. И теперь главное проткнуть кожу. А теперь можно увинчивать ее достаточно на глубокое расстояние. Это значит, мы попали в нерв. Ну, сейчас боль сразу пройдет. Угу. Да, пошла уже? Да. Нет, не болит. Отлично. Так, вот здесь. Раз, и ввинчиваем. Видите, как хорошо входит глубоко. Кость не задевает. Опа, опа. Ну, а теперь совершаем тепловой удар туда, в глубину, в мышцу. Через огонь. Вот, вот кончик сам горит. Как будет горячо, сразу скажите мне. Очень горячо будет. Пока нормально? Да.